Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. По просьбам моих подписчиков я сделаю небольшой летсплей такой. Правда, я не знаю, как тут начать турнир. Так, куда я зашел? Так, ну, я не понял, куда я зашел. Походу, я не туда зашел. Что-то выбрал. Ну ладно, давайте поиграем. Уж если начали. Так, у нас... А, это обучение, что ли? Я не люблю обучение, поэтому... выйдем. Продолжу запись, когда, короче, найду режим. Так, ребята, я, короче, не нашел ничего подобного, везде пролазил. Давайте просто тогда поиграем в бой, как говорится, и выберем сложность компа средняя, также ставим. Вот тяжеловесы, давайте тяжеловесы. Я не понимаю, какие тут правила. Локти внизу разрешены. Не разрешены. Погнали. Ну ладно, проведем ряд боев, то есть Федора против... давайте сначала Рэнди Коутер. Попробуем Let's против него. Таких вот. Начнем со средненьких, потом более сильных. Если буду выигрывать. Я не знаю, как повезет. Да да дам там дарам там. Погнали. Are you ready? Let's go now. Let's go now. Ну все. Дерусь я с Куртом. Ах ты сволочь. Не люблю захвата, не люблю. Отвали. Да ты какой-то, блин, бугай. Смотрите на него. А, у меня, короче, стоит управление тупое. Я думаю, что такое? Не люблю управление такое. Привык. Какой же... Давай. Ах ты. Сильно он бьет, козел. Я не знаю, как защищать. Как тут защищаться, а, ребята? Все, 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 отвали. Отвали от меня. А ты... Все, все. Давай, пошел. А, вот защит, все. Да достал ты меня обнимать. Не хочу я тебя. Вот это мощный удар. А, как ты меня достал. Я сейчас тебя завалю. Он меня самого хочет завалить. Эх ты. Сволочь такая. Вот. Давай, ломай его. Ломай, ломай. Ломай его. Ладно, он встал. Получай. Да как же он достал своим захватом, а? Ой, сволочь, а. У нас выносливость кончилась. Сейчас отдохнем маленько. Давай, опа. Да достал, как меня бесит. Да ё-моё. Вот он своими забросами... Ничего толку, он все равно ничего не умеет, блин. Я пытаюсь... Все, ты меня достал. Как он меня достал, а?
Ну только так умеет, а? Но у меня блок стоит. А он иногда попадает, сволочь. Тихо, тихо. А, нет, 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 нет. Фу. Давай. Отвали, отвали. Отдохни, Федор. Отстань. Как достал эту тему, а, с его захватами. Реально, вот этот мой соперник настолько меня раздражает, что не охота даже играть в эту игру, понимаете? Только вот из-за этих захватов, только против реальных игроков, наверное, буду играть в следующей серии. О, черт. Ой, чё? Как эту зону могу найти, а? Ага, все, я понял теперь. А, вот это уже поинтересно. А, у меня только ломает. Фу, фу. Отвали, давай я тебя забьем. Все, первый тайм окончен, и... В принципе, этот козел мне только и делал, что уваливал. Давайте начнем второй тайм. И прям с атаки сразу. Слышал, как ты меня достал. Так, Федор уже совсем устал. Тихо, тихо. Федор. Нет, Федор. Фу. Да достал ты меня сваливать уже, а? Блин, я пытаюсь захват сделать. Давай, давай. Давай, давай. Yes! Yes! Лучше. Просто лучше, Федор. Фу. Ну хоть так его сломал. Смотрим повтор. Вот я его заламываю, и все, конец боя. Ох, ну ладно, думаю, на сегодня хватит драк. И, ребят, следующие драки будут только с реальными соперниками, то есть ко мне будут приходить друзья домой, и тогда буду записывать. С вами был Акул, до скорых встреч, и играйте только лучшие игры.